Избирательный участок 2011 – это 2048 жителей Акмолинской, Благодатной, Еременко, Лесопарковой, Смоленской и других улиц Западного. И многие отдают предпочтение именно первому дню голосования на выборах президента, да еще и с утра. Привычка к ответственности – все всегда делать правильно, четко и быстро. Сработано годами. Я во второй половине дня сегодня работаю, как бы, и решил воспользоваться моментом, не тратить время зря, проголосовать. Мы ждали, чтобы проголосовать, чтобы все было хорошо. Приходим всегда, как голосовать. Мы тут, как тут. Здесь дочь училась в школе. Знаем, куда идти, как идти. Спасибо. На этом участке свой голос отдал и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Время голосования выбрал в первую очередь, чтобы подать пример. Я считаю, что чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Потом пример архиерея – это всегда добрый, хороший повод и нашим прихожанам обратить на это внимание. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех православных исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки и поучаствовать своим голосом в решении исторической судьбы нашего Отечества. 3 дня на выборы – это желание дать удобную возможность проголосовать каждому. Кто-то может в пятницу, кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Мы все дни работаем с 8 до 8, ждем людей, рады, чтобы они пришли, проголосовали, сделали свой выбор. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский.